тоже, да. Друзья, вот одесский типичный молдаванский дворик. Открытую систему галерей, его картин. В каждом дворе колодочный колонка, сейчас вы не надо быть убрать. Я вам буду еще озвучивать наши детские дворы. Семья Зиновских, вот второй этаж, два деревенских балкончика, антенна Зиновичка. Там жила семья Мишки Япончика. Ему было многодетный, ему было четверо братьев. Сестра, отец был очень уважаемый профессор Гринюш, производщик грузовых подвод, да, таких больших. Знаете, там достаточно люди были достойны. До сих пор нету памятника Мишки Япончика, оригинальным одесситам. Ну, я бы здесь достойных людей много, и, наверное, есть кто-то, кто первый. Но еще все-таки заслуживает памяти, чем все-таки бандит.